Могло все взлететь на воздух. В деревне Урифты вспыхнули два дома и гараж, в котором были газовые баллоны. Эти кадры снимают очевидцы. Пламенем объяты сразу два дома. Возгорание случилось в поселке под Челябинском поздно ночью. Дома горят, словно факелы. Сообщается, оба дома принадлежат одной семье. Люди в момент возгорания спали, но успели покинуть помещение. На место прибыли сотрудники МЧС. Для тушения пожара было задействовано 4 автоцистерны. Но с домов пламя перекинулось на соседние постройки и вспыхнул гараж, в котором хранились 3 газовых баллона. Сотрудники МЧС вытащили их, а потом стали тушить. Причина возгорания, выясняется, обошлось без пострадавших.